В городском округе Мытищи вакцинировали уже около 8 тысяч жителей. Сегодня для удобства горожан организовано 10 стационарных пунктов. Они работают с 8 утра до 8 вечера. Открываются новые, в том числе мобильные. Сделать прививку может любой гражданин в удобное для него время, имея при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Чем быстрее и чем больше мы охватим население городского округа, тем быстрее мы вернемся к нормальному привычному ритму жизни. Поэтому, уважаемые жители городского округа, я призываю вас, прошу вас найти время и прийти сделать прививку от коронавирусной инфекции. Более подробно о ходе вакцинации в городском округе Мытищи заместитель главного врача Мытищинской городской клинической больницы по поликлинической работе Сергей Комаров расскажет в рубрике «Актуальное интервью» в конце выпуска. Дождитесь.